бизнес-сообщество нашего города нашла возможность не просто отметить хорошие людей, которые стараются на благо нашего города, на благо, можно сказать, и области, и страны. Я хочу сказать, что вот это вот, наверное, для руководителей бизнеса самое сокровенное, что о них помнят, что о них заботятся. Но вместе мы выживем, конечно.